Итак, начинаем. Прежде всего, речь пойдет о работе с космическими снимками или аэрофотоснимками. История развития инструментов ARDIS по работе со снимками, она достаточно интересная, и вот на этом графике мы можем заметить, что до 10-й версии, по сути, инструменты по работе с растерами не добавлялись в программное обеспечение. Считалось, что GIS это само по себе, да, обработка ДЗЗ, растеров, она сама по себе. Но начиная с 10-й версии, практически по экспоненте выросло количество инструментов, что сейчас замечательно, да, что мы можем в ARDIS и с данными дистанционного зондирования Земли работать и использовать полноценную геоинформационную среду. То есть мы оперируем сразу с двумя наборами данных. Это и векторные данные, которые относятся к GIS, и растер ДЗЗ, которые могут обрабатываться в отдельном стороннем программном обеспечении. Но разработчики из ESRI предоставляют большинство популярных инструментов уже напрямую в ARDIS. Соответственно, первая тема – это ускорение отображения растеров в настольной версии ARDIS, ARDIS Desktop. Существует два подхода к тому, как быстро отображать растры в ARDIS Desktop. Первое – это построение так называемых пирамидных слоев, и второе – это кэширование данных. В чем разница? Если мы строим пирамидные слои, то в таком случае мы наш растер никаким образом не изменяем, все спектральные характеристики остаются, все метаданные остаются, мы полностью работаем с полноценным исходным изображением. Когда мы данные кэшируем, мы теряем все спектральные свойства, да, по сути у нас получается геопривязанная картинка, но ее прелесть в том, что она очень быстро отображается. И вот кэширование используют обычно, когда нам нужны наша аэрофотосъемка, космосъемка или другие растры, только в качестве подложки, базовой карты. В этом случае кэширование – это отличный вариант. Если вы какую-то хотите проводить обработку, классификацию, геометрические исправления, то в этом случае мы используем построение пирамид. Итак, и здесь просто для примера то, как влияет построение пирамид на отрисовку. Без построенных пирамид растер может, в зависимости от его размера, до нескольких минут отрисовываться. С построенными пирамидами это занимает секунды. И, в общем-то, построение пирамид – это стандартная опция, которая присутствует во всех программах по обработке растровых данных. И в ARDIS она, естественно, тоже существует. И есть, в общем-то, советы, как эти пирамиды строить, чтобы было проще всего. Вот мы рекомендуем использовать инструменты геообработки и конкретно инструмент построить пирамидные слои и статистику. В чем его удобство? Что если у вас растры поступают с некоторой периодичностью, они хранятся в какой-то папке, в папке есть подпапки, то вот этот инструмент анализирует корневую папку. Если в ней есть подпапки, он будет строить пирамиды для всех растров, которые в этом дереве хранятся. Соответственно, дополнительно он еще и вычисляет статистику. Статистика необходима для улучшения визуального качества данных. В общем-то, ее расчет также необходим. А построение пирамид занимает некоторое время. Опять же, время зависит от объемов. Соответственно, если у вас есть накопленный массив растров, вы запускаете этот инструмент лучше в какое-то время нерабочее, да, чтобы этот процесс выполнялся и не затрагивал вашу производительность компьютера. В результате построения пирамид рядом с оригинальным растером формируется новый файл с расширением OVR. И размер этого файла примерно 3% от исходного размера растера при стандартных настройках. Давайте посмотрим наглядно, как это работает. Сейчас мы видим окно ArcGIS Desktop, и у нас есть мозаика растровая, которая не содержит пирамид. Мы видим, что у нее 4 спектральных канала, это красный, зеленый, синий и инфракрасный, размер около 1 гигабайта, и мы видим, что пирамиды отсутствуют. Сейчас мы добавим его в проект. Программа нам предлагает построить пирамидные слои, мы откажемся от этого. Да, и добавим растер без построенных пирамид. Мы видим, что растер загружается некоторое время.
Это всего 1 гигабайт данных, соответственно, если размер растра больше, то это время загрузки будет дольше. Ну и мы видим сейчас при изменении масштаба происходит перерисовка и тоже занимает некоторое время. Вот как этого избежать? Как я уже сказал, необходимо построить пирамиды. Воспользуемся уже известным вам инструментом построить пирамидные слои и статистику. Добавим входную область, то есть это может быть либо конкретный растер, либо папка. Да, как видим, вверху стоит галочка «Включить под каталоги». Это означает, что все подпапки будут проанализированы. В опциях пирамид рекомендуется пропустить первый уровень отображения и использовать кубическую интерполяцию. Сейчас происходит вычисление пирамидных слоев, то есть то, что, о чем я говорил, создается файлик OVR. Опять же, от размера исходного растера этот инструмент может выполняться разное время. Вот сейчас у нас это заняло примерно 20 секунд. Растер был автоматически добавлен, сейчас он добавлен с пирамидами. Давайте мы его из проекта удалим и еще раз перенесем в проект, посмотрим, как это выглядит. Как видим, он моментально отобразился и при изменении масштабов моментально перерисовывается. Это как раз-таки позволяет, такую возможность нам дает дополнительно построенный файл OVR. Так что если вы работаете с исходными спектральными каналами, стройте этот файл OVR. Как мы видим, он добавляется к исходному растеру, и его размер от 1 гигабайта до исходного растера 43 мегабайта для пирамиды. Следующий подход – кэширование. Да, если вам спектральные каналы не играют роли, и вам ваши растеры необходимы как подложка для векторных данных, да, как подоснова, вы можете эти данные закэшировать. Кэширование – это подготовка растера для ускоренного отображения без дальнейшей работы со спектральными каналами. Растер разбивается по масштабным уровням и отдельным кусочкам, но вы как пользователи этого видеть не будете, да? Для вас это будет единый растер. Кэширование можно выполнять в настольном версии ArcGIS Desktop, инструмент Manage Tile Cache или управление полистным кэшем, или через ArcGIS сервер. Соответственно, если у вас в организации несколько настольных версий ArcGIS Desktop, вы можете разбить построение кэша по рабочим местам. Соответственно, кэш строится по так называемым масштабным уровням, то есть на каждый масштаб отображения строится свой вариант кэша. И вы можете эти масштабные уровни по настольным местам распределить и запускать кэширование одного масштаба на одной машине, там других интервалов масштабов на других. То же самое на ArcGIS сервере. Построение кэша по серверам, если у вас они есть в кластере, соответственно, результат кэширования на ArcGIS сервере также может быть использован в ArcGIS Desktop. Ну, мы сейчас на это посмотрим. Соответственно, следующий пример – это кэширование. Обратимся все так же к нашему исходному растеру в формате GeoTIFF. И сейчас мы видим стандартные масштабные ряды в ArcGIS Desktop. Переключим их на масштабные ряды по схеме Google Maps, ArcGIS Online, Bing Maps. Да, мы видим, что у нас есть переходы между масштабами. Определенные масштабы. И мы видим, как отображается наша съемка на разных масштабах. То есть мы должны выбрать, на каких масштабах мы будем пользоваться нашей космосъемкой. Выбираем инструмент управления полистным кэшем и делаем настройки. То есть куда мы сохраним наше кэшированное изображение, как мы его назовем. И что будет входным источником? Входным источником будет как раз-таки наш формат GeoTIFF. Минимальный и максимальный масштаб. Вот здесь мы должны определить, какой будет минимальный масштаб, какой максимальный. То есть сейчас по умолчанию стоит 1 к 2 миллионам, да, примерно. Мы решаем, что он для нас подходит или нет, и максимальный 1 к 36 тысячам. Ну, для снимков OneSat 36 тысяч это многовато. Поэтому на этом масштабе уже нет смысла эту съемку отображать, а вот 72 тысячи нормально. Поэтому мы сейчас посмотрели, как это выглядит в проекте, и делаем соответствующую настройку при кэшировании. Здесь мы выберем 4 миллиона
То есть, чтобы был какой-то обзор, и на этом обзорном варианте наша съемка также присутствовала. Вот мы видим, что у нас доступно примерно 8 масштабных уровней, на которые будет построен кэш. Запускаем построение кэша. Ну, в данном случае я это делать не буду, потому что это занимает время. Мы посмотрим на результат. Что получилось? Вот у нас наше кэшированное изображение, разбитое по масштабным уровням, где каждая папка — это некоторый набор файлов, которые уже не являются форматами GeoTIFF. Да, это другой внутренний формат ArcGIS, но для пользователя в ArcGIS Desktop это по-прежнему как одно общее изображение. Ну и мы видим, что формат у него кэшированный. Переносим, оно также моментально отображается. Но теперь мы видим, да, что за пределами тех масштабных уровней, которые мы не выбрали, это изображение будет исчезать. Соответственно, выберем самое детальное изображение, перейдем на 36 тысяч. Мы его отключили, поэтому здесь съемка не отображается. Возвращаемся обратно в предел наших доступных масштабных уровней, съемка появляется. То есть при кэшировании вы должны выбрать конкретные масштабы, на которых вы хотите, чтобы ваша съемка отображалась. Соответственно, так как все спектральные характеристики потеряны, кэш занимает совсем мало места в данном случае, да, всего 49 с небольшим мегабайт, да, по сути 50 мегабайт. И использует, может быть использован как базовая карта, как подложка. Двигаемся дальше. Мы поговорили о том, как ускорить отображение растровых данных в ArcGIS Desktop. Теперь поговорим по их обработке. Вот в ArcGIS Desktop можно запустить такое окно под названием «Анализ изображений». Это очень удобное окошко, сравнимое с каталогом или панелью ArcToolbox, которая направлена на обработку только растров. Да? Тут вынесены основные инструменты по обработке растров. Давайте на эту панель посмотрим в разрезе некоторых конкретных примеров практических советов. Вот еще такой бывает случай, когда при добавлении снимки кажутся засвеченными. Да, вот мы видим сейчас слева картинку, есть оригинальный снимок, мы видим все детали, есть засвеченный снимок, часть деталей пропадает. Как это отключить? Мы можем как раз-таки воспользоваться окном анализа изображений и отключить так называемую автоматическую растяжку гистограммы, которая и создает вот эту засвеченность. Либо в опциях настройки ArcMap мы можем отключить вот эту автоматическую растяжку по умолчанию. Потому что, когда вы устанавливаете ArcGIS Desktop, по умолчанию включен некоторый вариант автоматической растяжки. Когда вы добавляете ваш растер, он автоматически растягивается. И это может исказить реальную картину снимка. И давайте посмотрим, как это работает. Опять же, проект в ArcMap. Добавим снимок. Мы видим, что у него такая яркость, контрастность. На общем масштабе хорошая, но при приближении к району интереса мы видим, что детали потеряны из-за настроенной автоматической растяжки. Запускаем окно анализа изображений. И мы видим, что у нас есть настроена автоматическая растяжка процент отсечения. Отключим ее. Мы видим, что изображение стало темнее, но зато мы видим все детали на нашем карьере, да, в данном случае. И управляя инструментами в окне анализа изображений, мы можем, например, вручную установить границы нашей гистограммы, то есть то количество цветов, которое выводится на экран, и тем самым вручную подправить наше визуальное отображение. Естественно, сейчас мы это делаем быстро. Самостоятельно вы можете более четко настроить цвета, яркость и контраст. Это мы сейчас делаем вручную. Естественно, вы можете в том числе использовать готовые варианты растяжки гистограммы, которые, в отличие от изначального варианта, не так загрубляют наше отображение. Сейчас мы посмотрели, как это работает в окне анализа изображений. Теперь поговорим про опции ArcMap. Вот если мы перейдем в опции, раздел вкладка «Растер», «Растровый слой», то мы видим, что по умолчанию настроена некоторая растяжка гистограммы. Отключим ее.
И теперь все добавляемые в проект растеры не будут автоматически улучшаться. То есть мы видим, мы добавили растер в проект, он темный. Почему? Потому что автоматическая растяжка гистограммы не включена. И мы ее уже можем через окно анализ изображений включать самостоятельно. Или настраивать вручную. То есть не забывайте, да, что по умолчанию автоматическая растяжка гистограммы, которая может ухудшать качество отдельных участков снимка из-за того, что они становятся засвеченными. Следующая тема – это черный фон вокруг снимка. Неприятная вещь, с которой очень легко на самом деле побороться. Да, и сейчас мы посмотрим на это. То есть, что такое черный фон? Черный фон – это, по сути, некоторая область с некоторым набором цветов. Обычно это значение красного, зеленого, синего по нулям, которые мы можем определить как no data, и, соответственно, no data будет отображаться как прозрачная, картинка. Давайте посмотрим, как это работает, как это выглядит в ArcGIS Desktop. Сейчас у нас, опять же, проект в ArcMap. Добавляем наш растер, видим вот этот как раз-таки черный фон. Смотрим его значение. Действительно, красный, зеленый, синий – это нулевые значения. Воспользуемся окно анализ изображений. Есть галочка «Фон». Автоматически отключается фон. Видим, что он стал прозрачным. Это удобно для отдельного конкретного растера, с которым вы работаете. Но если у вас таких растеров много, то мы можем отключать вот это значение фона и другим способом. Через свойства растера находим значение NoData и говорим «Изменить». И ставим конкретные значения 0, 0 и 0, да, для всех трех каналов. Теперь в любое время, когда мы добавляем этот растер, наш фон он уже исчез, да, потому что мы определили значение NoData, и, соответственно, при каждом новом добавлении в проект ArcMap он уже появляться не будет. Соответственно, таким образом мы можем значение NoData задать для всех растеров и отменить вот этот черный фон. Так, двигаемся дальше. Следующий совет, когда у нас много растеров. Вот как управлять и как их хранить. Рекомендуется использовать так называемый набор данных мозаики. Набор данных мозаики отличается от каталога растеров, для которых он всем, который всем может быть известен тем, что набор данных мозаики – это некоторый виртуальный файл. Вы не добавляете туда, не копируете исходные изображения, да, то есть исходные изображения по-прежнему могут лежать в оригинальных форматах, там, GeoTIFF, ECV. А в набор данных мозаики вы добавляете их виртуальные пути на эти файлы. В результате мы избегаем дублирования растеров, да, что не надо хранить в исходном формате, потом дублировать их в наборе данных мозаики. Мы добавляем только ссылки на них, но в итоге все наши отдельные растеры будут отображаться как одним набором данных. И этим набором данных мы можем управлять с помощью атрибутивной таблицы. Да, это как в примере с векторными данными. У нас есть атрибутивная таблица, которую мы можем фильтровать, всячески выделять определенные наборы, делать определяющие запросы Definition Query. Вот это все позволяет набор данных мозаики, в котором только мы работаем не с вектором, а с растеровыми данными. Плюс с помощью набора данных мозаики мы можем все данные автоматически обрабатывать на лету. Мы это сегодня еще посмотрим. Соответственно, набор данных мозаики вы можете загрузить десятки, сотни и даже тысячи растеров, и она будет отлично работать. Вот ниже представлена табличка сравнения, да, когда мы не пользуемся набором данных мозаики, и нам надо, допустим, у нас есть два исходных снимка OneSat, которые занимают 3,8 гигабайта. Дальше из них мы должны сшить мозаику в натуральных цветах, как мы видели на предыдущем примере. Это новый файл, да, с размером где-то 2,5 гигабайта. И еще, например, другим специалистам нужна та же самая мозаика в инфракрасном канале. Мы делаем новую мозаику, еще получаем 2,5 гигабайта. То есть в итоге у нас на диске хранится 8, почти 9 гигабайт данных. Когда мы наши исходные снимки добавляем в набор данных мозаики,
То есть остается исходный размер данных 3,8 гигабайт. И в наборе данных мозаики мы можем автоматически сделать и мозаику в натуральных цветах, и инфракрасных. При этом это не будет занимать дополнительного места. Эта мозаика будет весить там промежуточные свои 10 мегабайт. Да, по сути, то есть объем растров останется на уровне объема исходных растров 3,8 гигабайт. Вот, и это очень такое хорошее преимущество, да, в этом плане. Давайте посмотрим, как же набор данных мозаики работает. Ну, сначала в виде слайдов. То есть вот мы видим нашу таблицу содержания Table of Contents, и мы видим растры в каталоге. Да, когда мы их переносим в таблицу содержания, много растров отображаются как много отдельных файлов. Ну, соответственно, этот список растягивается, если их там десятки или сотни. Соответственно, ими неудобно с ними становится работать. Когда мы добавляем все эти отдельные растры в набор данных мозаики, в таблицу содержания уже добавляется один набор, к которому дополнительно существует таблица атрибутов. В таблице атрибутов прописаны имена этих растров, и в зависимости от того, что за растр вы добавляете, туда автоматически может прописываться, например, для космической съемки дата съемки, процент облачности и другие параметры, которые берутся из описания к оригинальным снимкам. Либо вы можете атрибуты добавлять и вручную, как добавить новое поле и прописываете вручную все необходимые параметры для ваших добавляемых растров. Соответственно, дальше мы с этой таблицей атрибутов можем работать и фильтровать наши растры, как мы это, наверняка, многие из вас уже умеют, с векторными данными. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Как видим, у меня есть набор данных, разбитый по отдельным формате GeoTIFF кусочкам растров. Перенесем их в проект. Вот из них сшилась некоторая мозаика. Да, мы видим, что она, кстати, еще по цветам неоднородная. Почему? Вспоминаем мой предыдущий ответ, да, про засвеченность, что применена автоматическая растяжка гистограммы. В окне анализ с изображением отключаем автоматическую растяжку, все наши растры стали выровненными по цветам. Потому что изначально нам такой растр передали, да, и он как раз-таки выровнен по цветам. Мы отключили автоматическую растяжку гистограммы, все хорошо. Теперь создадим набор данных мозаики. Для этого мы должны создать базу геоданных ArcGIS. Это файловая или корпоративная многопользовательская. Соответственно, задаем имя набора данных мозаики, выбираем проекцию, как исходных наших растров. И сейчас создается, ну, так скажем, болванка, пустой датасет, в котором еще растров нет, да, это только заготовка. Теперь мы следующим шагом в эту мозаику добавляем растр. Добавление растров не означает, что исходные растры копируются в этот набор данных мозаики. По сути, это означает только то, что мы указываем пути, где хранятся исходные растры, которые будут прописаны в этом наборе данных мозаики. Указываем папку, в данном случае это в папке «Mosaic Dataset», и все растры, которые в этой папке хранятся, автоматически добавляются в этот набор данных мозаики. И автоматически генерятся границы этих растров. Итак, теперь удалим отдельные растры. И мы видим границы нашего нового набора данных мозаики. Мы видим, что на некоторых масштабах по какой-то причине растры не отображаются. В этом нет ничего страшного, просто надо сделать соответствующую настройку. В таблице атрибутов набора данных мозаики поменяем значение max.ps. В общем-то, сейчас не будем вдаваться в подробности, как это соотносится с масштабными уровнями, просто зададим большее значение. В справке в дальнейшем вы можете посмотреть формулу пересчета. Теперь мы видим, когда мы поменяли значение, у нас все растры отображаются. Но есть маленький участок, который почему-то не отобразился. Дело в том, что у мозаики по умолчанию есть количество отображаемых отдельных растров. И вот оно стоит значение 20, а у нас больше 20. Поставим более высокое значение, и мы видим, что этот дополнительный кусочек появился.
Соответственно, таким образом вы можете поставить не 25, там, а 100 или 1000 растров. Теперь у нас отдельные растры существуют как один набор. Мы им можем управлять общим этим набором, настраивать визуальное качество и плюс управлять с помощью таблицы атрибутов, то, что я говорил. Например, выделить отдельные необходимые для нас растры. Мы видим, да, что вот они выделились определенные. И, например, визуализировать их отдельно через соответствующую кнопку выборка, создать свой из выбранных объектов, мы автоматически в проекте визуализируем только выбранные растры. Но сейчас мы их выбирали вручную. Давайте мы сейчас этот пример удалим. Теперь попробуем через определяющий запрос. То есть мы можем выбрать таблицу атрибутов. В данном случае это поле name. Но мы можем выбрать, например, и дату съемки, если она у вас существует, такое поле, и отсортировать, например, только за последний год имеющийся растр в наборе данных мозаики, или за предыдущий год растр в наборе данных мозаики. Таким образом, очень удобное управление всем вот нашим массивом снимков, чтобы не управлять это, храня по папкам, да, по годам, лучше хранить одним общим набором, и у вас всегда будет целостный датасет, которые через таблицу атрибутов вы можете фильтровать и настраивать свой вариант отображения. Двигаемся дальше. Теперь поговорим про обработку. Обработку на лету. Это такая интересная возможность, о которой многие не знают, что растры можно практически за секунды обрабатывать, используя вот эти функции, так называемые растр. То есть функции растр — это как инструменты по обработке, которые выполняются некоторым специфичным образом, да, и в результате мы увидим результат достаточно быстро, то есть там в считанные секунды. Соответственно, сейчас добавлено уже больше 40 таких функций. Они не изменяют исходный набор данных, да, то есть они генерятся в оперативной памяти компьютера, новые растры после функции обработки. И если необходимо, мы их уже можем сохранять на диск, как там, файл в формате DOTIF. Но мы можем пользоваться ими как виртуальными файлами в текущем проекте ArcMap, например, или ArcGIS сервера. Соответственно, из функций мы можем собирать цепочки, выстраивать алгоритмы. Ну и давайте посмотрим. Возьмем наш набор данных мозаики, хотя с функциями мы можем работать и с отдельными растрами, и добавим буфер. Вот, например, мы хотим вырезать по этому векторному файлу буфера. Также у нас этот растр состоит из 4 спектральных каналов, и нам, например, надо отдельно визуализировать инфракрасный диапазон. Конечно, мы это можем сделать, зная, где это настраивается, но, например, нам надо передать набор специалисту, где уже будут готовые варианты. Для этого мы используем функции растра, и для начала мы создадим отдельный растр только в инфракрасном отображении. Используем функцию «извлечь каналы». Выбираем варианты инфракрасного отображения. Таким образом, мы создали такой на лету растр, да, в котором выделили только инфракрасное отображение. Сейчас мы на него посмотрим в свойствах, да, что это именно растр в оперативной памяти компьютера. Видите, у него разрешение AFR, и он в некоторой папочке temp. Теперь мы к этой функции добавим еще одну функцию, как раз таки вырезать по буферу, по векторному файлу. Выбираем функцию вырезать, находим, где хранится наш буфер, это может быть shapefile или файл баз геоданных. Используем всю геометрию буфера. И у нас создается новый виртуальный файл в инфракрасном диапазоне и вырезанный. Видите, вырезание прошло практически моментально. Используем снова функцию вырезать, но уже для исходного нашего растра, то есть в натуральных цветах. Таким образом, мы создали два новых виртуальных растра, вырезанных в инфракрасном и натуральных цветах. Теперь мы делали это все сейчас самостоятельно. Но для неглубоких знаний, для других специалистов, да, мы сохраним эти шаблоны, как мы вырезали и как выполняли выделение инфракрасного диапазона в отдельные шаблоны. Вот сохраняем шаблон для вырезания.
И таким же образом сохраняем шаблон для выделения инфракрасного диапазона. То есть мы видим функции извлечь каналы, экспортировать как шаблон, сохраняем как и сохраняем под каким-то уникальным именем. То есть мы как специалисты подготовили некоторые варианты обработки, сохранили их как шаблоны и сейчас добавим их в наш набор данных мозаики так, чтобы другие специалисты могли просто выбрать необходимый вариант обработки, не вдаваясь вот в эти сложности по настройке. Добавляем наши шаблоны, в данном случае в набор данных мозаики, как шаблоны функции обработки, и выбираем какой-то шаблон по умолчанию, например, вырезание. Все, теперь, когда мы добавляем наш набор данных мозаики в проект, он автоматически уже вырезает наш исходный растер, и тут же через свойства слоя мы можем переключаться между разными нашими шаблонами. Таким образом, мы уже не делаем настройки, мы просто выбираем наш готовый шаблон. И это ускоряет работу, делает ее гораздо быстрее. Теперь то же самое мы опубликуем еще и на ArcGIS-сервер. Посмотрим, как это работает. Мы сейчас не будем объяснять публикацию на ArcGIS-сервер. Сделаем это быстро. Обращу только ваше внимание, что это публикуется как сервис изображений. Да, это не картографический стандартный сервис, это сервис изображений, который публикуется с помощью дополнительного модуля Image Extension. И теперь мы видим уже наш растер в вебе. Да, это веб-приложение, где мы можем также настроенными шаблонами управлять. И меняем наш вариант отображения прямо через сервис. Через веб-сервис можем переключиться в инфракрасное отображение, можем переключиться в вырезание. Таким образом, мы можем нашими растерами, набором данных мозаики управлять и в вебе. Ну, например, сейчас мы для вырезанного еще и настроим спектральные каналы. Снова переключимся уже вручную в инфракрасный диапазон. И тут также существует в вебе таблица атрибутов, соответственно, с растерами, набором данных мозаики и в вебе мы можем также ими управлять через настройки фильтров. Например, мы говорим, что показать мне изображение только с соответствующим названием или там соответствующей датой. Отфильтровали. Ну вот мы видим этот кусочек с именем Imagery 0. Применим другой фильтр, видим другой кусочек. И, соответственно, фильтры могут быть совершенно разные, да, совершенно по разным атрибутивным полям. Таким образом, мы поработали с этими данными как в настольной версии, так и опубликовали эти данные как сервис изображений и можем аналогично работать ими и в вебе. Причем спектральные характеристики, как мы видим, все остаются, да, то есть мы можем и с инфракрасным диапазоном поработать, и с натуральными цветами, можем выполнить обработку, да, здесь мы оперируем с нашим исходным набором данных. Соответственно, еще раз, преимущество набора данных мозаики, это мы избегаем дублирования, а отдельные десятки, сотни и тысячи растеров мы можем хранить как один набор, и управлять им, и выполнять обработку на лету. Двигаемся дальше. Теперь конкретно о космических снимках и распространенных данных. Например, GeoEye, WorldView, Плеяды, Spot и другие спутниковые снимки, которые общеупотребимы, да, широко распространены по миру и в том числе в России. Вот для них в ArcGIS прописаны форматы, соответственно, когда вы добавляете какой-то космический снимок в ArcGIS Desktop, автоматически генерируется так называемый растеровый продукт. Визуально в каталоге это будет выглядеть как растер со спутником по диагонали. Вы сейчас видите это на слайде. Что позволяет нам растеровый продукт? Он на лету собирает готовые наборы из спектральных отдельных каналов, и вы можете их автоматически визуализировать, не прибегая к промежуточным операциям. Ну, давайте, опять же, на примере посмотрим, как это работает, и мои слова станут яснее. Открываем снимок OneSat. Он содержит
отдельные спектральные каналы. То есть красный, зеленый, синий, инфракрасный и другие цвета содержатся в отдельных спектральных каналах. То есть нам надо знать, какие номера соответствуют каким цветам. Ну, в данном случае я знаю, что B5 это инфракрасный цвет, B4 красный. Соответственно, я их добавил как отдельные растеры, и с помощью слияния я получил инфракрасную картинку. Дальше я добавил еще B2, и сейчас, сливая отдельные тифы B4, B3, B2, это натуральные цвета, я получу снимок в натуральных цветах. Опять же, мне надо знать, какие номера, да, и как их правильно сливать. Соответственно, вот у нас сейчас мультиспектральное изображение с разрешением 30 метров. И я еще знаю, что канал B8 это черно-белое изображение, и у него разрешение лучше, чем 30 метров, у него разрешение 15 метров. Таким образом, я могу наши мультиспектральные снимки с разрешением 30 метров и с разрешением 15 метров объединить, так выполнить так называемый пан-шарпенинг, чтобы получить новую картинку цветную, но с разрешением улучшенным, да, нашего черно-белого снимка. Опять же, я должен знать, да, что вот этот канал у меня панхроматический, у него лучшее разрешение и кнопки, как это выполнять, да, этот процесс паншарпинга. Соответственно, растровый продукт нам позволит вот этих операций избежать. Как мы видим, спутник по диагонали и сразу готовый растровый продукт паншарпинг. Он автоматически добавляет цветное изображение, слитое с черно-белым. Как видим, да, у него размер ячейки 15 метров. То есть мы в данном случае вот эти все операции промежуточные, которые я показывал до, не выполняем, они выполняются автоматически программой через как раз-таки ранее показанные функции растер. Добавляем другой растеровый продукт, мультиспектральную съемку. Здесь паншарпенинга нет, здесь только исходные слитые наши спектральные каналы, опять же, выполненные автоматически. Это делается автоматически, но при этом к этим функциям растеры, так как мы знаем, что они существуют и как ими, с ними работать, мы можем добавлять свои собственные функции, да, то есть мы наши растеровые продукты можем дальше видоизменять. И вот эта функция по быстрой визуализации, она достаточно полезна, если вы работаете с вот такими популярными форматами, спутниками данных. То есть, естественно, допустим, не для всех спутниковых данных прописан растровый продукт, да, прописано то, как они в ArcGIS добавляются. Например, для спутников российского производства такого растрового продукта нет, просто потому что нет точных описаний, как их правильно добавлять, соответственно, разработчики эту функцию прописать не могут. Но для популярных вариантов космосъемки это доступно. Опять же, в справке доступен весь список сенсоров, которые присутствуют для добавления в качестве растерового продукта. И что ж, у нас остается все мало времени, но и, в принципе, последняя тема, которую я хотел бы так быстро осветить, это привязка одного растера другого. Кто пользователи программного обеспечения RDAS Imagine, для них наверняка знакома функция AutoSync, которая вот в данном случае это аналог этой функции. А в данном случае мы видим, что у нас есть два снимка 2005 и 2009 года. И они между собой не бьются. Почему не бьются? Потому что это разные спутники. 2005 год это снимок Iconos, 2009 снимок GUI. Соответственно, ну, разные вообще по характеристикам спутниковые снимки, разная точность привязки. А один и тот же объект, он у нас не сливается. Если мы хотим выполнять какой-то change detection, выявление изменений, мы должны привести более-менее к точному совпадению нашей геометрии на растер. И вот это мы делаем с помощью привязки одного растера к другому в автоматическом режиме, с помощью автоматического набора так называемых связующих точек. Давайте посмотрим, как это работает. Мы добавляем наш исходный снимок Iconos 2005 года и добавляем исходный снимок GUI 2009 года. Давайте с помощью инструмента шторка сравним, что они отличаются. Ну, вот сейчас я приближусь поближе. Мы видим, да, что появились новые объекты. Соответственно, нам надо выявить изменения. Еще раз показываю, да, что здесь через свойства у нас данные за разные года.
переименуем их, чтобы было наглядно, 2009 год и съемка 2005 год. При этом объекты геометрически между собой не очень хорошо бьются. Мы сейчас это посмотрим. То есть, опять же, используем инструмент шторка. Мы переместились к аэропорту, и здесь по взлетно-посадочной полосе мы видим, что наши полосы не бьются, да, то есть есть небольшое смещение снимка относительно друг друга. Как это исправить? В ArcGIS были добавлены инструменты так называемого блочного уравнивания, которые работают с набором данных мозаики. То есть тот растер, который мы исправляем, мы сначала должны добавить в набор данных мозаики. В данном случае мы будем привязывать снимок GUI к снимку Iconos. Соответственно, снимок GUI мы должны добавить в набор данных мозаики. По сути, мы уже посмотрели, да, как набор данных мозаики создается. Сейчас мы создали болванку. Дальше мы в нее добавляем наш исходный растер. Выбираем, что это снимок GUI. И добавляем его. Соответственно, снимок был добавлен в набор данных мозаики, и теперь как раз-таки его мы будем корректировать. Корректировать мы будем с помощью инструментов геообработки. То есть сейчас сравниваем, что набор данных мозаики ничем не отличается от предыдущего снимка, да, то та же самая неточность сохранилась. Ищем инструменты по слову опорные точки. Соответственно, нам их надо сначала вычислить. Выбираем инструмент вычислить опорные точки. И делаем настройки. Выбираем наш набор данных мозаики, к чему он будет привязываться, к снимку Iconos 2005 года, куда сохраняется наш файл с опорными точками и плотность точек. Но для более хорошего результата мы рекомендуем выбирать плотность точек high, да, то есть самую высокую. Опять же, от размера растера вычисление количества опорных точек может занимать разное время. Да. Чем больше растер, соответственно, тем больше количество опорных точек надо набрать, тем дольше этот процесс будет выполняться. В данном случае опорные точки были построены, мы видим, что они как-то распределились по снимку. И теперь мы используем эти опорные точки для коррекции. Следующий инструмент, который мы будем корректировать, называется блочное уравнивание. Вычислить блочное уравнивание, и мы как раз-таки добавляем нашу мозаику, наш файл с контрольными точками, и на выходе будет генерироваться файл с поправками. Это пока еще не растер, это только файл с поправками. И на последнем шаге применяем блочное уравнивание, соответственно, выбираем наш растер, выбираем наши поправки. Все, блочное уравнивание применено, и наш растер маленько скорректировался. Давайте посмотрим. Как видим, полосы практически идеально слились, да, есть там в некоторых участках расхождение, но в целом результат стал гораздо лучше, чем он был изначально. Соответственно, сейчас мы делали все в автоматическом режиме, да, не проверяли, например, точность сбора наших опорных точек. То есть, возможно, там были какие-то с высокой погрешностью, мы их могли вручную удалить. Тогда бы результат был еще точнее. Но вот такая возможность есть, так она работает. И на этом с демонстрациями закончено. Как раз мое время исчерпано, да, 45 минут. И сейчас еще немножечко анонсов и дальше ответы на ваши вопросы. Значит, по анонсу. Все, что касается дистанционного зондирования и работы с растерами. Компания Esri недавно совсем выпустила книгу под названием ArcGIS Imagery Book. Сейчас она доступна на английском языке и рассказывает как про историю возникновения данных дистанционного зондирования Земли и о том, какие сейчас существуют варианты по работе с ними, включая трехмерное отображение, ну, в общем-то, с перспективой на будущее, да, что возможно делать с растерами. Сейчас эту книгу можно скачать в английском варианте, и через несколько месяцев она станет доступна в русском переводе. Сейчас наш отдел локализации занимается как раз-таки переводом этой книги. Еще один анонс конкретно относится к обучению. Бесплатный дистанционный курс Esri по изображениям.
Старт этого курса в сентябре. Записаться может любой желающий. Единственное, это оригинальный курс Эзри. Соответственно, он будет проводиться на английском языке. Но это курс дистанционный. Соответственно, вы всегда можете спокойно выполнять упражнения, переводить ваш учебник с помощью каких-то переводчиков. Да, преимущество в том, что у вас будут и теоретические материалы, и практические упражнения. Соответственно, все эти ссылки после вебинара мы всем предоставим, чтобы вы могли по ним автоматически перейти. И для желающих пройти полноценное обучение на русском языке в нашем учебном центре существует в том числе двухдневный обучающий курс по обработке данных ДЗЗ, который мы проводим в нашем учебном центре в Москве, или сейчас у нас появилась опция дистанционного обучения, соответственно, по запросу в учебный центр возможно такое. Соответственно, ближайшие курсы 26-27 сентября, записывайтесь, стоимость участия 18 тысяч рублей на человека. В течение двух дней курс читается, соответственно, с преподавателем, с ответами на все ваши интересующие вопросы. И еще один такой вариант, который мы решили создать, это так называемая расширенная поддержка пользователей, относящаяся как раз к обработке растров. То есть цель этой услуги – изучить потребности организации в растровых данных, оценить текущее состояние рабочего процесса и на основе этого предложить вам варианты по улучшению. Да? То есть если вы считаете, что ваших знаний недостаточно, или вам надо оптимизировать ваш рабочий процесс, показать, как правильно, да, с теми или иными наборами данных под какие-то определенные задачи работать, мы можем провести такой аудит ваших данных и, соответственно, предложить инструкции и варианты или выполнить за вас эту работу по оптимизации. Вот, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.